Всем привет! У нас сегодня вот солнечный такой ясный день, но тучки вот есть. Вот тучки, солнышко, не знаю, как видно будет, нет, вот тучки есть. У меня расцвели флоксы. Извиняюсь за свой голос, я болею. У меня температура вчера была маленькая, правда, но была. И сейчас, наверное, есть. Вот 37,2 вот такая. В общем, все заложено. Горло немножко болит. В общем, ну вот так вот. Я хочу показать. Я вчера снимала вечером цветы свои. Уже было. У нас был такой закат красивый. Я это хотела закат снять, но камера, ну, тем более на моем телефоне, она не передает вот такой красоты неба. Такое красивое было небо вчера. Вот. И, в общем, пока я сбегала за телефоном, пока, в общем, и такие цветы были вечером красивые, все вот от дождя в этих капельках. И в общем, я вчера решила поснимать. В общем, вечером бегала по огороду, цветы снимала. А сейчас я хочу показать, что у меня тут на данный момент в огороде есть, чем выкопали. Вот у меня расцвели флоксы. Вот такие вот красивые, вот такой большой куст. Вот, и, в общем, пахнет офигенно. В общем, такой. Ой, какая прелесть. Вот. В общем, ну что у меня здесь? Капусту я здесь срезала. Все, вот там эта цветная капуста. Не знаю, будет не так. Посадила, натыкала. Вот это моя капуста. Это уже вот мы третий раз сажали. На осень уже, чтобы у меня осенью была капуста. Это моя тыква. Тыковка есть. Вот так она расползлась. И мне пришлось здесь все листья пообрывать. Она мне полностью закрыла капусту. И я побоялась остаться без капусты. Вот тыковка. Вон тыковка. Ну, в общем, есть. Здесь немножко есть. Вот, она мне полностью закрыла листьями всю капусту. Мне пришлось туда лезть и все это выдирать. Огурцов у меня что-то мало. Вот здесь у меня собака сделала такой проход в цветах. Я что хочу показать. Я вот фонтанчиком поливала. Смотрите, у нас вот как землю смыло или что, и вот сплошной песок. Смотрите, что. Вот сплошной песок. Вот я насажала тоже вот этой капусты везде. Не знаю, будет нет. Тут вот огурчики. Подвязывать я не хочу. Будет, нет, нет. Вот капусточка уже завязывается. Вон вилочек даже есть. Вот. Но там возле тыквы. Маленькие вилочки, но я уже там не стала. Время будет, я продергаю. Вот, скоро буду фасоль убирать. Вот так разросся наш виноград. Вот у меня вот все в цветах. Астры. Вот я вчера только астры не сняла. Они были все закрыты. И так некрасивые были. Вот эти астры многолетние. Растут. Лилейники уже отцвели почти. Вот такие у меня цветы. Вот там флоксы. Золотой шар. Вот так вот. Здесь у меня свалилась вся фасоль. Фасоль есть. Вот. Я боюсь, как бы не спрела, но я не поливаю специально. Вот фасоль есть. Скоро будем, наверное, собирать. Кабачков у меня тоже много, можно сказать, море. А вот с огурчиками беда. Огурчиков мало. Я их не стала подвязывать. Вот. Кабачки. Вот. Патиссоны, кабачки. Я не мариновала этот год патиссоны. Это здесь кабачки. А там сейчас покажу, там море. Вот. Ну, огурчики вот так вот у меня плохо растут. Я за ними-то не больно ухаживаю. Ладно, уже этот год так. Что будет, то будет. То нет, нет. Вот у меня цветы тоже цветут. Вот. Здесь, в общем, тоже у меня огурчики.
Я 3 баночки закатала, замариновала, но кушать мы их мало кушаем. Почти нет, маленькие все. Вот 1, 2. А вот веточка идет и нету больше. Вот она идет, веточка, огурчиков нету. 2 только в начале. Вот. В общем, вот так вот у меня огурчики растут. Вот тоже. Вот они как пустоцветы идут и все. Вот она веточка. Вот она. И вот и вся пустая. Нету огурчиков. Вот. Вот тоже веточка. Вот смотрите. Вот 1 огурчик. А тут пусто, пусто, пусто. Нету огурчиков. 1 огурчик и все пусто. Я вот здесь еще бы откнула огурчики на куче. Не знаю, будет, нет. Почему-то много пустоцветов. Вот тоже несколько посадила. Здесь у меня тоже немного капусты. Вот мы лук уже Вот картошку мы кушаем, я выкапываю, мы едим. Вот, это просто прикопал сын. Думает, будет расти там. Вот у меня баклажанчики вот такие, которые мои замерзшие баклажанчики. Вот они дают урожай уже. Но у меня едят. Вон что, и собирать у меня времени нету. Болел, вчера лежала. И прыскать. У меня бегает собака по огороду. И прыскать я не могу, потому что бегает собака по огороду. И кушает вот эту травку, кушает. Она может здесь подбежать, поесть, там подбежать. Я из-за собаки не прыскаю. Нужно взять это, собрать, а то размножится. Вот такая вот у нас вещь тут образовалась. Вот, ну здесь вот у меня капусточка такая. Это на осень сажала капусту. Здесь мы выкопали лук, чеснок. Я потом зайду домой, я занесла домой, покажу. Я довольна луком. У нас такой большой лук никогда еще не был. Всегда маленький. И чеснок всегда был маленький. В этом году прям по сравнению с теми годами у меня... По сравнению с теми годами у меня нормально. Мне нравится. В общем, неплохой лук. Вот. Я хочу показать еще. Помидоры я все повыдергивала. Вот здесь они у меня росли. Они у меня почернели все. Я говорю, я из-за собаки ничего не прыскаю. Вот. Но у меня вот я вот прикрыла. Вот. Цветная вот такая большая капуста выросла. Мы кушаем. Вон, видите, что? Не срезаешь, и вот эти начинают гусеницы есть. Срезать надо. Вот. Такая цветная капуста. Здесь тоже я от солнышка прикрыла, может, зря. Вот. Такая хорошая. Мы капусту почти все съели. Я ее отвариваю. Вот осталось немножко. 4 вилочка осталось. Вот все срезали, все съели. В холодильнике еще 3 штучки и 2 таких плохих, которые это тоже гусеницы объели. 2 маленьких такие. Я их срезала, в холодильнике у меня лежат. Я отвариваю и потом это разрезаю на соцветия. И вот эти соцветия в яйцах, как в яйцах это обмакивали, ну как там сказать-то правильно. Ой, такие цветы красивые. Прям ветерочек такой, прям так красиво, ну так красиво. Так нравится мне, красота. Вот, и в общем потом в яйцах обжариваю на масле. В общем, в муке я не обваливаю их. Вот, ну, у нас тут вот горох. Вот у меня помидоры, я тут сюда пока собрала в кучу. Они все почернели, вот это автора. У меня у соседей вот у горох. Есть тоже. Вырастет большой. Не знаю, может замариновать, попробовать. Кукуруза вот у нас скоро будет. Вот. И вот помидоры. Все чернеют. Вот они все чернеют. Что с ними делать? Я уже не знаю, может быть теплицу досажать в феврале месяца.
как люди это делают. Ну, не знаю, вот так у нас помидоры летом не растут. Вот у нас перчик только пошел. Вот только пошел. Вот один перчик стоял. Вот там еще один. Вот. Вот у меня тыква разрослась. Вот. Вот так обламываю листья. Закрывают, лезут. Прямо лезут, не знаю. Вырастет, нет, насажала. Вот везде навтыкала этой тыквы. Вот перчик только пошел он у меня. Ну, вот здесь вот у меня подсолнухи растут. Подсолнухи вот. Вот, вот здесь у меня тыква. Вот. Вот здесь тыква у меня. Вот такая вот тыковка растет. Вот тыква есть. Вот. Я про такую тыкву говорила. Маленькая, но она что-то в этом году у меня большая выросла. Там она еще есть. Вот. Ну, в общем, тыква есть. Эта тыковка у меня поспеет. Вот. Ну, в общем, тыква есть. Большая, не знаю, вырастет, нет. Но это маленькая есть тыква. Вот. Вот такая хорошая тыковка. Вот. Здесь у меня кабачки. Кабачки разные, разных сортов. Вот желтые, уже большие. Тут белые, вот тоже уже большие. Здесь желтые в полоску. Там у меня были цукини, тоже полосатые. Тут белые. Тут зеленые, вот. Такие их называю зеленые. Вот большие тоже. Вон желтые. В общем, вон там здоровые такие, вон далеке. Большие, в общем. Кабачков море. Мы тоже кушаем. Я попробовала сделать оладушки. Очень вкусно, мне понравилось. Вот так вот у меня растет все. Тут немножко клевера. Тут капуста. Ой, капуста, господи. Капуста, кукуруза. Вот, кукуруза вот начала. Я думала, не будет. Тут тоже, ну, везде навтыкала и тыкву, не знаю, будет, нет. И такая вот кукуруза большая. Вот. Малина маленькая осталась, я собирала. Вот немножко осталось. Так, вот здесь морковка. Мы ее кушаем. Эту тоже кушаем. Здесь у меня, вот тут у меня цыплята. Цыплят я не выпускаю, это с клушкой. Это мой первый выводок, вот такие уже большие. Сделала вот такие сетки. Делала сама. У нас летает сокол. Так, вот сейчас. Вот это этот табак. Вот в этом году он маленький. Здесь морковка. Это уже морковка на осень. Здесь, там у меня тоже цыпочки. Цыпочки у меня тут. Вот так вот они у меня. Ну, в общем, вот огород пустеет. Мы все кушаем, собираем. Огурцов мало, помидор вообще нет. Будем покупать. Вот. Вот еще капусту. В общем, в этом году мы кушаем капусту. Вот такая капуста у меня осталась тут на грядках. Надо срезать. Маленькая вся. Вся маленькая. Ой, вот здесь у меня редька. Мы тоже вот рвем. Она еще, правда, не выросла, но мы все равно рвем и кушаем. Вот такая. Стекла у меня там, на той стороне. Вот так виноград у нас разросся. Вот. Посолили капусту. Мы посолили капусту. Вот. И, в общем, вот у меня немножко. Это лук съеденный. Но я не стала его это заносить. Но тоже надо занести. А так я дома пришла лук. Вот. Мы посолили немного капусты.
сейчас на ту сторону быстро пробегусь. Но у меня там только цветы и свекла, больше ничего нет. Вот, и вчера, которую я снимала. В общем, все остальное дома. Да, пиратик. Вот. Кулечка бегает. Вот, вот так вот у нас. Это груша. Молодая, в этом году ничего нет. Чем мой хороший? Что ты лаял? Кто-то пришел? А? Кто-то пришел, я там была. Что ты лаял? Вот у меня здесь тоже флоксы растут. Яблонька. Роза отцвела. Свекла завяла. Вот, не знаю, кто что приходил. Наверное, что такой ящик. Финди персовый. Вот, ну, в общем, будет беспорядок небольшой. Возле клумбы. Эту клумбу я разбила в этом году. Розы посадила все, вообще все цветы, что здесь есть, я посадила в этом году, кроме флоксов. Флоксы уже тут у меня 2 или 3 года. А эти цветы все я посадила в этом году. Вот розочка, которую я вот из той вот привила. Это вьющая вот эта роза. Я вот по бокам их посадила. Эту розу я купила в этом году. Ну вот у меня тут космея росла. Я решила всю ее повыдергать. Ну что-то у меня вот как-то розочки. Я не знаю от чего. Вот так как-то портится. Надо посмотреть почему. Вот. Они же так не должны быть. Может быть то, что им не хватало ветра. Я сейчас всю космею повыдергала. Но вот эти цветы тоже вот так. Не знаю почему. Это каны. Вот, это я их вечером вчера снимала. Это желтые. Вот эта розочка. Вот, вот почему-то, видите, прям вот она еще не расцвела как следует. И почему-то уже портится. Ну, я говорю, вот здесь космея росла, я ее всю повыдергала. На следующий год всю я отсюда уберу. Не буду здесь ее, потому что розочкам, видимо, не хватает солнца, ветра. И они вот так вот у меня почему-то... Вот та роза, она вот хорошо росла. Или, может быть, уже все, та роза вот отцвела уже. Может быть, эта роза тоже уже отцветает. Не знаю даже. Но вот это тоже кое-где отцвели. Вот она у меня здесь, я ее пересадила. Она у меня там несколько лет была, на той стороне огорода. Вообще не росла. В этом году вот я ее сюда посадила, пересадила. И она вот так хорошо сейчас растет здесь. Вот цветет, вся вот такая вся вот в цветочках стоит. Это вьющаяся роза тоже. Я потом сюда арку поставлю. Вот, и лилия у меня зацвела. В общем, эту клумбу я разбила в этом году только. Вот такая лилия. Эту лилию мне дали. Ну, так она так интересно растет. У нее вот здесь вот в пазухах листьев. Вот такие вот, я думала, что же это такое? У меня вот на других лилий нету. А это как семена она бросает. И вот здесь появляется на кончике этот корешок. И она укореняется так. Вот, видите? Корешок вот. И я тут уже землю присыпала кое-какие. В общем, она, наверное, так размножается. Не знаю. Вот уже вот одна отцвела. Вот такая вот лилия интересная. Вот. Такими точечками. Вот. Ну, сейчас пойду домой. Покажу, что мы там дома наконсервировали пока на данный момент.